Что это там такое? О, похоже, новые друзья. Хе, но мы-то ведь не боимся, мы же герои. А нормальные герои всегда идут в обход. Могу предложить героический поступок отсидеться здесь, пока эта тварь с голоду не сдохнет. «Осточертели», — говорит ему эти цветочки. «Знаешь, а по мне лучше встречать цветочки, чем всяких злобных монстров, которые, поймав тебя, будут высасывать твои глаза через твои уши для того, чтобы своих детишек повеселить. И не такие уж эти цветочки и некрасивые, если выставить их на продажу по хорошей акции, то они еще быстрее гвоздику идут. Сомневаться, что они здесь к женскому празднику. Все может быть, может они растут здесь для чьей-нибудь тещи». А здесь, похоже, у кого-то приступ геморроя восьмой степени случился. Это можно предположить по глубоким отметинам на стене. Ну и, конечно же, по количеству выдавленного кетчупа. Черт, как же этот человек страдал, бедняга. Это еще кто там такой? Надеюсь, это хомяк, а не крыса. Это что, коза? Ну и видок у нее. Такое ощущение, что ее тиранозавр через свою прямую кишку пропустил. Ну вот зачем нужно было выводить такую огромную крысу? Все, я закрываю проект. И да, сынка своего дебила с собой тоже прихвати, ну чтоб вам там в аду веселей было. Собака где-то лает? А, так это гиена. А я-то думал, это баллонка-переросток. И тут вдруг я почуял приступ гуманизма. А так как клетки я открыть не могу, то мне пришлось перевести этих животных в духовную сущность. Ведь тот, кто их кормил, быстрее всего сам пошел на корм. Ну и зачем ты мне эту гранату сунула? Похоже, кто-то здесь с волхаком гоняет. Да хватит тебе мне все подсовывать. Я ведь тебе не внучок, так что завязывай роль моей бабули играть. Стреляй лучше в эту гадину. Да не в очко мне, а в гадину в эту. А то уже достала ты мне в задницу метить. А ну руки прочь! Или чё у тебя там, я не знаю. Давай, да, нашпигуй ему в очко. Я знаю, ты это любишь, детка. Пусть сразу поймет, что тебе нравится. Это комната слежения, но все мониторы отключены. У меня что, со зрением хрен? А по-моему, этот включен. Ну ладно, короче, разработчикам виднее. Что за рычаг? Ну, чтоб узнать, надо дернуть. Вот гадость. Лучше б я не знал. У них там вечеринка, что ли, какая-то? Сейчас все напьются, передерутся, А потом мы пойдем, им не до нас будет. Кажется, они нас не заметили. Ну это понятно, ведь кожа еще на мне. Видимо, у них плохо со зрением и слухом. Да это просто гениально. Я точно ничего не упустил. Освоить бюджет в миллионы, а может и в миллиарды долларов, для того, чтобы вывести глухих и слепых монстров. Такое ощущение, что они здесь персонажей для онлайн-игр разрабатывали. И сделали их специально глухими и слепыми, чтоб имба не получилось. Вон они как четко по стеклам лазают. Помимо когтей у них еще есть и присоски. Для мойщиков окон неоценимая мутация. Привязываешь губку ниже пояса и давай верхнись по окнам елози. Вот это они точно услышат. Конечно, услышали. Такой грохот был. Да такой грохот услышал бы сторож поздней ночью. Даже если ему заплатили за то, чтобы этой ночью он ничего не слышал. Вы что, серьезно? Так и будете по одному заходить? Прямо как в современных фильмах. Главного героя окружают 20 человек, и все нападают исключительно по одному. Похоже, я ошибся. Здесь будет все по-другому. Здесь вообще никто не нападает. Оказывается, эти тупые бомжи просто застряли в дверях. Хе-хе, что? Ученых переели. А вот интересно, ген, отвечающий за интеллект, они у кого повзаимствовали? Давайте, давайте, тупые бомжи, сейчас я вам края-то пообтесаю. Видели бы это дерьмо заказчики? Ну, насколько эффективно их биооружие. То быстрее всего они решили бы потратить свои деньги на куда более полезные вещи. Например, на бухло и телок. Как сказал один человек, что проебано да прохуечено, на дело потрачено. Но наконец-то эти ребята отложили в сторону метательное оружие, говно и топоры. Теперь они вооружены калашами, значит цивилизация проникла в их дом. Хотя, наверное, они зря взяли калаши, ведь в руках со всякого рода говном они выглядели куда опаснее. Ну давай, покажи уже свое личико, давай. Кривая ты упоротая обезьяна.
Что это было? Их что, здесь какой-то тактики обучают? И не жалко им время терять? Вот посмотрите на это чудо. У него в руках автомат, а он бежит так, как будто у него в руках топор. Шева, отходи, а не то на жопе сейчас 4 булки будет. Повезло тебе. Черт, да этим парням нужно идти каскадерами в фильмы сниматься. Какие классные эффекты, это были бы лучшие моменты в современных фильмах. А это, наверное, у них лестница в сортир. Надо же, ты что, смог до толчка добраться? А я думал, вы тут по углам кладете. А, так он в противогазе. Ну все понятно, в ваш сортир только смертники без противогаза ходят. Ладно, все, пошли отсюда, а не то сейчас следом за ним еще какой-нибудь дерьмодемон выскочит. Так, что это? Ну давай Е. Оу, Е, какой я красавчик. Не хочу знать, для чего это использовали. Я не уверен, но по-моему на стуле сидят. Ну, у кого-то батя наличники пилит. А, вот, девки еще для классных фоток в инсте могут использовать. А если судить по тем баллонам, что сзади стоят, возможно, они тут метан собирают. Ну что, все? Метан сдала? Ну тогда проходи, не задерживайся. А вот и моя бывшая напарница. И мне дают 7 минут, чтобы поиграть в какую-то непонятную игру. И так как с правилами я не знаком, я пытаюсь хитрить, чтобы не выглядеть нубом. Но старина Васкер очень быстро объяснил мне все правила ударом ноги в живот. И так как он является хорошим наставником, я быстро уяснил правила. Но тут оказалось, что этот ублюдок резкий, как понос. Ну или Борис Бритва, в которого хрен попадешь. А чтобы закрепить это знание, я опять принял двойной удар по печени. Зато теперь я знаю, как сильно может колоть в боку алкашей. И вообще, куда подевалась моя напарница? А, вот они где. Так, Джил уже ушатали. Ну что ж, сдает старушка. Ну все, прощай. Тебе бы с этим номером в цирке выступать. Да что ты с ней возишься? Вот так надо. Все, хондроз больше не грозит. И мне, кстати, тоже неплохо так позвонки вправили. А ну-ка иди сюда, чокнутая Джил. Сейчас папочка Крис напомнит тебе былые времена. О да, короны селедкой по лицу. Все, отходи, теперь моя очередь присесть ей на лицо. Ну здрасте. Как состояние? Головушка не болит? Привет, дружище! Спасибо за просмотр. Оставляй свой комментарий. Подписывайся на канал и ставь лайк, если тебе понравилось видео. Ты также можешь поделиться этим видосом с друзьями, вдруг им тоже зайдет. Если ты хочешь увидеть здесь прохождение по своей любимой игре, обязательно напиши мне об этом. А это был пятый резидент, а у микрофона, как всегда, Деду Ген, поэтому всех благ тебе и хорошего настроения. Счастливо!